Доброе время суток, друзья. Вот сегодня у нас такая погодка. Вот первый заброс. Такая густерка вышла. Густерочка хорошая вот. С ладошку. Второй спиннинг стоит, молчит. Здесь поставил на искусственного червя. Ну давайте посмотрим, что дальше. Вот, друзья, густерка. Маленькая, но это для кошки пойдет. Вот, друзья, парочка. Густерка. Опять с ладошку. И окушок вот такой. О, матросик. Немножко поклевывает. Погода прекрасная. Спиннинг убрал один. Вот, друзья, опять парочка. Вот тарашка, густерка. Ну, с ладошку. Вот еще одна, поменьше. Одна для кошки, одна для себя. На жареху будет. Вот, друзья, вот такой карась попал. На полкило есть. Красавчик. Вот. Вот, друзья, опять вот такой карасик на полкило. Вот он, красавчик. На жареху. Понемножку собираем. Рыбоохрана, что ли, катается. Погодка, ветерок поднимается немножко. Ну вот, друзья, опять парочка. Две густерки. Одна для кошки будет, вот. Одна хорошая, вот. Хорошая густерочка. Вот такая густерка опять. Хорошая попалась. А. Вот хорошая какая. Больше ладошки. Потихоньку наловим. Вот, друзья, густерка. С ладошку. Пойдет. Вот такая. Вот, друзья, густерка. Вот такой. И вторая маленькая он попал. Вот, друзья, такой окунь. Окунек попал, матросик. Вот такой густерка. Вот. Больше ладошки, хорошая густерочка. Вот, потихонечку набирается у нас вот на том берегу. Коровы вышли, на водопой пришли. Вон они гуляют. Ну вот, друзья, хороший, хорошая густерочка попал. Ага. Ну вот, друзья, на берег вытащил и оторвался. Вы смотрите, какой карась. А? Вот такой карась, друзья. Это килограммовый. Это килограммовый, друзья, карасик. Вот. Вот такая густерка, друзья. Небольшая, с ладошку. Пойдет. Такая пойдет. Вон какой причиндала вытащил. От сетка. Кто-то сетку снял, а это бросил в воду. И удочку оторвал где-то. На берег не могут бросить, обязательно в воду бросать. Вот, друзья, вот такой окунь попал. Небольшой, но хорошенький окушочек.
Вот, друзья, в такую воблёжку поймал. Смотрите, какая хорошая. Хорошая воблёжка. О, крупненький. Плотва. Сегодня первая. Вот, друзья, в море поехал. За рыбой. Так, у нас уже прибавляется народ. Эх, привет. Вот, друзья, еще такой вобла. Вот она. Хорошая воблёшка. Рыбу тащат. Вот, друзья, тарашка. Вот такой. Больше ладошки. Вторая маленькая. Для кошечки. Вот, друзья, мелковатый, правда, но окунёк такой вот. И вот тарашечка. Ну, что-то есть. Вон там пограничный стол стоит российский. Ну что, ребят, на этом будем заканчивать. Одни окуни пошли, надоело. Червей снимает только вот такие вот три штуки. Попал сразу же. Так что хватит на сегодня. Всем спасибо за внимание, друзья. До новых встреч.